И если вчера, говоря, матч начинали поздно вечером, уже, по сути дела, ну, если сравнивать с другими поединками, какой Галешник! Отправляет ворота Иван Востриков! Идеально мяч летает в сетку под перекладину, отскакивает еще из-за линии, и потом уже в сеточку, очень такой зрелищный гол. Все получается у Ивана Острикова. Ну, вот было бы обидно, если бы такой мяч, наверное, не залетел. Но посмотрите, как он отскакивает, и